Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Рама Рама Харе Харе, Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама, Рама Рама Харе Харе, Харе Кришна Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Рама Рама Харе Харе, Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама, Рама Рама Харе Харе, Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джая Прабхупада, Джая Прабхупада, Джая Прабхупада, Шила Прабхупада, Джая Прабхупада, Джая Прабхупада, Джая Прабхупада, Шила Прабхупада. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Нараянам намаскритям. Нараянам намаскритям. Нарам чива наротамам. Дивим сарасватим ясам. Дивим сарасватим ясам. Ато джаям удиреет. Ато джаям удиреет. Нашта преша бадришу, нашта преша бадришу, нитям Бхагаватам севая, нитям Бхагаватам севая, Бхагавати утама шлоке, Бхагавати утама шлоке, Бхактир бхавати наштиким, Бхактир бхавати
Yam tam prajapta manupeta apeta krityam. Dvaipayana virahakdara arjava. Putrita tamayata yotara vobinedos. Там сарабутам хритая мунима тунатосми. Омагьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам яна. Тасмай шри гураве намаха шри читанья манобиштам. Стапитам яна бутале своям рупа калямахьям. Латисва падантикам вандихам шри гуро шиута падакамалам. Шри Курун Вайшнавам Ча, Шри Рупам Саграджатам Сахагана, Гунатхан Витам Там Садживам, Садвайтам Савадудам Париджана Сахита, Шри Кришна Читанья Девам, Шри Радха Кришна Падан, Сахагана Ладита Шри Вишака Витам Ча, Хе Кришна Каруна Синху Динабан Худжагатпате, Гопиша, Гопика Канта, Рада Канта, Намастуте, Тапта Канчана Гауранге, Радхи Вриндаваны Швари, Вришабану Суте Деви, Пранамами, Хари Прие, Ванча Карпат, Рубирча, Крипа Синхубьявича, Патитанам Павны Пьо, Вайшнавы Пьо, Намо Намаха, Джайши Кришна Читания, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гарадхара Шива Садигора Бхакта Вринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намасте, Падая Кришна, Пришхай Бутари, Шимати Бхактивиданта с вами, Нитинамини. Намасте, Сарасвати Деви Гуравани, Причарини, Нирашеша Шунивади, Пащатьяды, Шатарини. Намасте, Шриману, Пишачи Путрам, Атрасварупам, Рупам Цесагражам, Урукурим, Матхурим, Гоштхаватим, Радхакундам, Гириварам, Ахурадхика, Матхавашам, Правтуяся, Прадхито, Крепающий Гром, Там, Натосми. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам. Седьмая песня, 12 глава, 10 текст, 4 уклада духовной жизни. Калпай тватмана яват. Абхасам идам ишварах. Двайтам твана вирамет. Тадхоки асья випарьях, калпай итватманаяват, абхасамидам ишварах, двайтам тваннавирамет, тадхоки асья випарьях. Абхасам идам ишварах, двайтам тавана вирамет, татохи ася випарея. Этмананаяват, абхасам идам ишварах, Бытам тавана вирамет, тахайся и випарея. Окей. Перевод и комментарий о Божественной милости Бхачаравинды Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки? Калпайтва. Установив. Атмана. Самосознанием. Яват. Пока не. Абхасам. Отражение. Изначального тела и чувств. Идам. Это. Тело и чувства. Ишварах. Совершенно неподвластные иллюзии.
Двайтам. Двойственность. Тват. До тех пор. На. Не. Вирамет. Пусть отвергает. Татах. От этой двойственности. Ха. Ха. Хи-хи-хи. Поистине. Асья. Человека. Випареях. Противодействие. Пока человек не достиг полного самосознания, пока он не вышел из-под власти заблуждений и продолжает отмечать себя с телом, представляющим собой лишь отражение его изначального тела и чувств, он не способен избавиться от восприятия двойственности, проявлением которой является деление людей на мужчин и женщин. Поскольку разум такого человека окутан иллюзией, он в любой момент может пасть. Этот стих – еще одно важное предостережение мужчинам, призывающие их хранить себя от привязанности к женщинам. Пока человек не достиг полного самосознания, пока он пребывая в иллюзии, отождествляет себя и других с материальными телами, он, безусловно, будет видеть различия между мужчиной и женщиной. Но для того, кто по-настоящему осознал свою духовную природу, таких различий больше не существует. Видия виная сампане, мархмане гавека схати, шуничева швапакича, пандитах самадаршинах. Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого благочестивого брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда, неприкасаемого. Бхагавад-гита 5.18. Мудрый человек, обретший духовное видение, перестает проводить различия не только между мужчинами и женщинами, но и между людьми и животными. Это признак осознавшей себя души. Каждый должен понять, что все живые существа – суть духовной частицы, души, которые пытаются наслаждаться разными материальными телами. Кто-то может понимать это теоретически, но пандитом или мудрым человеком называют только того, кто на практике осознал эту истину. Пока человек не достиг этого уровня, он остается во власти двойственности, продолжает делить окружающих на мужчин и женщин. Такому человеку следует всячески избегать общение с представителем противоположного пола. Он ни в коем случае не должен считать себя совершенным, не должен забывать, что шастры велят мужчине быть крайне осторожным даже в общении со своей дочерью, матерью или сестрой, не говоря уже о других женщинах. В этой связи Шрила Мадхавачарья приводит такие шлоки. Бахутвинайва вастунам ятхартха гьянам учете адвайта гьянам ити иттат Двайта гьянам тад аньятхам, ятха гьянам тадхавасту, ятхавасту стадхаматих, найва джанартха йорбедас, тата экатва веданам. Истинным знанием обладает тот, кто видит единство в разнообразии. Искусственный отказ от разнообразия – свидетельство неверного понимания подлинного манизма. Согласно учению Шри Чайтанья Махапрабху, очитель Беда Таттвы, разнообразные проявления реально существуют, но все они составляют единое целое. Таково совершенное понимание единства. Квал паятватманаяват абхасам идам ишварах двайтам тва навирамит татхайхи асья випарьяях. Пока человек не достиг полного самосознания, пока он не вышел из-под власти заблуждений и продолжает отождествлять себя с телом, представляющим собой лишь отражение от его изначального тела и чувств, он не способен избавиться от восприятия двойственности, проявление которого является деление людей на мужчин и женщин. Поскольку разум такого человека окутан иллюзией, он в любой момент может пасть. И Кришна. Шримад Бхагаватам продолжает нас предостерегать от чрезмерного общения с противоположным полом. И говорится, что когда что-то говорится три раза, это очень важно. Тут говорится не три раза, а уже это 10 стих, и это не конец этой главы.
То есть тут нам еще много раз скажут об этом. Ну, то есть это указывает на то, что это чрезвычайно важно. И не только для брахмачари. Как в следующем стихе говорится, что все эти правопредписания в равной мере относятся к семейным людям и к саньяси, то есть ко всем. И проблема в этом неправильном общении заключается в том, когда мы видим что-то или кого-то, кто нам нравится, то мы иногда, когда-то реже, когда-то чаще, говорим: о, это все предназначено для наслаждения наших чувств. Вот эта вот машина, которая стоит в магазине, она для кого? Для удовлетворения моих чувств. Но если мы покупаем эту машину, как мы объясняем, что мы купили новую машину за 100 тысяч долларов, приедет духовный учитель, и я буду возить его на этой машине. Когда он приедет? Раз в 5 лет. Сколько он будет в городе? 1,5 дня. Смогу ли я повозить его на машине? Непонятно. Но я уже готов. Я купил машину, чтобы возить духовного учителя. И на самом деле, для чего я купил машину? Чтобы наслаждаться. Не знаю. Чтобы наслаждаться. Чтобы кого наслаждать? Себя. Дорогасенького. Чтобы... Зачем я это сделал? Ну, для этого. Чтобы брахмачари возить на харинамы, ну, вряд ли, да, то есть я буду это делать. Но я уже это сделал. Почему? Я вижу что-то красивое, я вижу красивый телефон, я вижу, покупаю себе большой красивый дом. Как правило, для чего? Потому что я хочу наслаждать свои чувства. Очень редко, когда я что-то вижу, хочу, вот думаю, вот, хочу занять это в сознании Кришны. И поэтому мы все проблемы изначальные нашего в этом мире заключаются с одной единственной ситуации, что когда-то, говорится в шастрах, с незапамятных времен я захотел быть Богом. И там все проблемы начались. Когда я перестану хотеть Богом, быть Богом, соответственно, закончится. Потому что если я очень большой, то какие проблемы у больших людей? Большие. А у маленьких? Маленькие. И мы как-то с Шрилой Бхактивинодой Госвами Махараджем, он приехал к нам в Израиль, мы повезли его на море. Это был, конечно, очень неудачный день и очень неудачный пляж. Там куча народу, практически полуголыми расхаживали. И мы как бы спросили Гурудева, как вы вообще вот на все это вот вообще смотрите? Ну, он говорит, ну, очень просто, говорит, я не вижу в них мужчин и женщин, я вижу в них души, которые здесь на море страдают. Вот. И вот до того момента, пока у нас не будет такого видения, мы будем всех делить на мужчин и женщин, на друзей, врагов. И Шрила Прабхупада очень часто в своих книгах пишет, что я не есть это тело. Наверное, уже я, по крайней мере, не один раз слышал от преданных, что ну почему столько раз это надо понимать? Столько написать, что я идиот, я уже понял, что я не есть это тело. Но мы можем наблюдать за тем, что вокруг нас происходит. Мы можем понять, что это, ну, не совсем так. То есть, может быть, кто-то понял, но такие люди, которые поняли, почему-то встречаются редко. Не знаю, почему так случилось, но... Но... И поэтому Шрила Прабхупада, понимая, с кем он имеет дело, он много раз объяснял, что ты не есть это тело, это можно просто девизом
трансцендентного общества сознания Кришны сделать, что я не есть это тело. Я не понял, что я не есть это тело, потому что я считаю себя мужчиной, женщиной, не знаю, программистом, адвокатом, еще кем-нибудь. То есть это отождествление, оно остается, и также остается, когда преданный достигает относительно высокого духовного уровня, все равно это остается. И когда-то, наверное, я смогу стать вот таким мудрецом, который описывается в стихе 5.18, что буду одинаково смотреть на благовоспитанного брамана и собакоеда. Но, вероятнее всего, это может занять какое-то время. И то, что здесь нам пытается на протяжении этих многих стихов объяснить Шрила Прабхупада, будьте осторожны, не попадайте в эту ловушку. И мы можем видеть не случайно, мне как-то Шрила Кришнанандана Махарадж объяснял, что одна из самых историй важных, которые есть в Бхагаватам, есть эта история Джамилы. Почему? Да, по той причине, что Джамила был благовоспитанным браманом, случайно, не вовремя пошел в лес, и там увидел, как шудры и шудрани занимаются тем, чем они занимались. Все, он ничего не делал, он с ними не разговаривал, он просто их увидел, и на этом его духовная жизнь закончилась. Ему, конечно, повезло, что потом впоследствии, по священной милости Верховного Господа, он стал сыном Нараяны. Ну, это отдельная часть этой истории. Но вот этот вот важный урок, что даже когда мы смотрим на все это нас оскверняет. И может быть, что я увижу в окне новый, новейший Мерседес, где-то на улице красивую девушку, я уже подумаю, что чего я вообще делаю? Почему у меня нет красивого Мерседеса, красавицы, жены и так далее? И я вместо того, чтобы на программу пойти, послушать лекцию Шрилы Кумара Прабху, я пойду зарабатывать деньги, чтобы купить Мерседес. Буду работать с утра до вечера по 20 часов, чтобы купить Мерседес. И, разумеется, в таком случае у меня не будет ни малейшего времени, шанса заниматься духовной практикой. И именно поэтому так много Бхагаватам уделяет внимание вот этой вещи, этого вот правильного общения. Потому что, ну, совершенно понятно, что в Кали-йогу и так все очень-очень сложно. Так мы не можем ни на чем сконцентрироваться больше, чем на 30 секунд, как правило. А тут еще, если мы... И периодически, очень часто мы забываем и уделяем очень много нашего внимания каким-то неважным, даже не второстепенным, а третьестепенным вещам. И мы зависаем на них, мы думаем, что... Вообще у нас все такими крайностями. Либо я пытаюсь делать вид отреченного человека, непонятно, сколько времени мне хватит, но пытаюсь. И я тут начинаю, занимаю позицию... Телевизор я выбрасываю из окна и так далее. Но потом что происходит? Потом я беру и покупаю новый телевизор в 10 раз дороже, который был тот. И я не смотрю на Матаджи, вообще не смотрю даже, и не обращаю, даже не здороваюсь. И думаю, что так я себя обезопасу. Но ни то, ни другое не является поведением джентльмена, как Шрила Прабхупада всегда был джентльменом. Он, когда возвращался с прогулки, он
всегда подходил к тем, ну, кто там сидел на улице или проходил мимо, и всегда здоровался, говорил «доброе утро». Ученики его спрашивали, они не понимали, зачем он говорит «доброе утро», что надо говорить утром, когда кого-то видим. Хари Кришна. Шрила Прабхупада просто с ними здоровался. И поэтому тут здоровался и проходил дальше. Но нам очень важно вот именно вот действовать на состоянии Шрила Прабхупады. То есть как бы если нам нужно какое-то служение сделать, то мы, несомненно, контактируем с противоположным полом. Но если нам нужно... Чинтая Гурачандраки, Джанатбалдев Субхадрамайки, Трансцендентный Пуджари Сконки, Джай. И нам нужно тогда, если мы, у нас есть какое-то служение, то мы, конечно, можем обратиться. Я знаю, мне рассказывали, как это происходит в Чхапати. И там действительно они не контактируют с притяжным полом, они просят какого-то другого мужчину, чтобы он попросил свою жену поговорить с матушкой и так далее. Но вопрос, если мы на это способны. Может быть, это идеальный вариант, но вероятнее всего, что мало на это способны. Но тем не менее, ничего не произойдет страшного, если мы попросим матаджи сделать какое-то служение, или какая-то матаджи просит нас сделать какое-то служение. Но мы должны общаться настолько, насколько это необходимо. То же самое, когда мы идем на работу, мы общаемся, прикасаемся с женщинами, но мы и с мужчинами, зависит от конкретной ситуации, но мы должны понять, насколько вот это соприкосновение необходимо. Мы не должны слишком много уделять этому внимания, то есть подделать, типа подошел, спросил, поговорил, попросил что-то сделать, пошел дальше. Но все равно относительно, просто. Но, как говорится, простое для простых, а мы сложные люди, поэтому, как минимум я, это все выглядит очень-очень-очень сложно. И ввиду того, что мы хотим, мы думаем, что вот это наша собственность. Почему все так происходит? А потому что мы думаем, что это предназначено для того, чтобы мы наслаждались, не для чего-то другого. Однажды Шрила Прабхупада давал лекцию, и он сказал, что Кришна создал этот мир для своего наслаждения. Там сидел ученик Шрила Прабхупады. Он заулыбался. Он подумал, что Кришна создал мир для его наслаждения, не сказал для своего. Но он подумал, что для его наслаждения Кришна создал этот мир. Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал: не для твоего наслаждения, а для своего. И ввиду того, до того момента, что мы будем думать, что все, что нас окружает, предназначено для того, чтобы мы наслаждались, чтобы мы наслаждали своего чувства, не будем видеть, как все, что нас окружает в связи с Верховным Господом, потому что нет ничего нигде, ни в этом мире, ни в других мирах, которое не связано с Верховным Господом. И в тот раз, как мы будем это постоянно видеть, то это кажется только, что это просто. Но на самом деле это чрезвычайно сложно, потому что я себя отождествляю с кем бы я ни был. Я там израильтянин, житель Ариэля, или житель Днепра, житель такого-то района. И я себя с этим отождествляю, еще думаю, вот я живу в таком-то районе, он один из лучших районов этого города, а вот этот живет в том районе, а он один из худших районов этого города. Там завод есть, который выбрасывает кучу дыма и так далее. И вот тот момент, что мы отождествляем с этими какими-то материальными характеристиками, которые по большей части связаны, кто нам дал все это? Нам дал Верховный Господь. Это не то, что как-то мы это получили и благодаря себе.
Ничего хорошего благодаря себе мы не получили как-то. Шрила Прабхупаду спросили, вы что, ну, в шастрах написано, что для того, чтобы заняться преданным служением, надо совершить все жертвоприношения, совершить сияги и так далее. И ученик спросил Шрила Прабхупаду, а как вообще? Чем мы все это делали? Он говорит, нет, говорит, вы этого ничего не делали, говорит. Это я создал ваше благочестие. И в тот момент, что мы будем понимать, что все те, как окружают, они просто пытаются служить Шриле Прабхупаде, служить нашему духовному учителю, своему духовному учителю, то мы тогда будем видеть это, ну, совершенно в ином свете. Может быть, будем чуть-чуть меньше эксплуатировать всех тех, кто нас окружает, как правило. Все это заканчивается той или иной эксплуатацией. Но в тот момент, что мы понимаем, что вот эта личность, частица Верховного Господа, так же я, как я, частица Верховного Господа, и просто мы можем вместе что-то сделать для творения Его Божественной милости, то тогда мы смотрим на этот мир чуть-чуть по-другому, что мы не отождествляем человека в соответствии с тем, как он выглядит, как он одет и так далее. Мы видим в нем частичку Верховного Господа. И вот, ну, тогда у нас появляется небольшой шанс. И очень важно, чтобы мы поняли, что даже если мы что-то умеем делать очень хорошо, это не означает, что мы совершенны. Что мы, как и все остальные, полны недостатков. И ничего, по большому счету, от нас не зависит. И не пренебрегать, потому что иногда это кажется, ну, это какой-то фанатизм вообще. Это все было множество лет назад. Вообще, мы живем сейчас в 21 веке. Уже скоро машины появятся, которые сами ездят без водителя. А это все какая-то устаревшая, все это устаревшее. Это никакого отношения ко мне не имеет. Это когда-то так жили. Но сейчас, в современном 21 веке, я живу в европейской стране, что вообще, как это вообще может, какое это ко мне вообще имеет отношение? Вот. И очень важно, чтобы перед нашими глазами был пример каких-то очень удачных, преданных, которые вот действуют в соответствии с тем, что написано в священных писаниях. Я не знаю, может, наверное, я рассказывал уже раз пять про эту встречу с Мадхаджи Сати. Как-то я пришел, она пришла на Харинаму, и мы с ней полтора часа общались. Это супруга первого советского вайшнава, она Дашанти Прабху. И она со мной поделилась, почему она перестала общаться с преданными. Она говорит, ты понимаешь, говорит, вот я читала книги, в книгах было одно, а смотрела на окружающий мир, и в жизни было другое. И вот очень важно, что мы вот нашли таких личностей, которые вот живут потому, как это написано в этой книге, как мы все читаем вот здесь, вот что они живут вот этой жизнью. И тогда у нас, может быть, какая-то искорка промелькнет, но вот, может быть, у меня также получится. У меня, может быть, появится, из-за того, что я это увижу, у меня появится желание, потому что обратных примеров, их искать не нужно. Они просто выходим, и их много на улице просто. Даже не нужно искать. Но на какие-то вот такие положительные примеры надо обратить внимание, потому что Кришна говорит, из многих-многих тысяч
людей лишь один стремится к совершенству. Из этих стремящихся к совершенству только, может быть, один сможет познать меня. И когда иногда мы задаемся себе вопрос, и мы смотрим на кого-то преданного, мы думаем, не факт, что он счастлив в сознании Кришны. Но, во-первых, это не факт, что то, что мы видим, на самом деле соответствует действительности. Во-вторых, нам нужно, очень важно вот увидеть какой-то успех вот этих преданных в сознании Кришны, потому что тогда у нас может затеплиться искорка надежды, что, может быть, у меня получится, может, я подойти к нему и спросить совет, а как мне вот в моей ситуации жить вообще, что мне делать? И тогда может появиться небольшой шанс, что вот мы появимся в этих единицах, которые стремятся постичь Верховного Господа, и в тех единицах, которые успешны, да, причем успешны во всем на самом деле, можем видеть. И обратите внимание, если мы смотрим на Шрилу Прабхупаду, когда он занимался своим бизнесом, этим аптечным бизнесом, ничего там особо крутого не происходило. Горел завод, еще что-то происходило. Он всегда с трудом сводил концы с концами. И вот если это так было у Шрилы Прабхупады, который, все мы знаем, был чистым преданным Господом, нам не нужно удивляться, что нам тяжело жить в этом мире. Потому что этот мир не предназначен для того, чтобы нам тут было легко и классно. Но когда Шрила Прабхупада создал свое общество сознания Кришны, у него в определенный момент все пошло как по маслу. Посмотрите, человек в таком возрасте, как правило, люди вообще в его возрасте в домино только играют, и тоже, наверное, с трудом. Тут он едет в какую-то страну, держит в кармане немножко рупий, которые никому в Америке не нужны, потому что они там деньгами не являются. Обменять их на что тогда было нельзя. И что в результате происходит? Бах! И тут появляется множество преданных. Можно сколько угодно обсуждать, как это начинало и происходило. Куда Шрила Прабхупада приехал? Кто был первым его последователем? Фарцовщик джинсами. И посмотрите, что произошло по всему бывшему советскому пространству. Почему? Потому что в этом было сострадание Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада видел, что люди страдают. Он не смотрел на них, как на мужчин и женщин. Он не смотрел на них, как этот хороший, этот плохой, а этот средненький. Он смотрел на них, как на живые души. И поэтому таким образом вот у него все так получилось, как получилось. И Шрила Прабхупада очень хорошо понимал, с чем он столкнется. Поэтому он говорил, если в результате моей деятельности появится хотя бы один чистый преданный, я буду счастлив. И мы можем видеть, что появилось намного больше, чем один. Мы можем увидеть очень много замечательных вайшнавов, которые появились в результате проповеди Шрилы Прабхупады. Почему? Потому что они смогли вот услышать вот эту вот вещь: «Я не есть это тело». Это самое главное. Пока мы не услышим этого, мы не сможем отличить хорошее от плохого. Потому что в тот момент, что мы находимся в телесной концепции, мы понимаем, что вот этот со мной, этот против меня, а этот нейтральный. Мы начинаем их делить на группки и таким же образом к ним относиться. Но в тот момент, что мы
по беспричинной милости духовного учителя, по беспричинной милости Господа, по беспричинной милости преданных, поймем действительно, хотя бы немножко, что я не есть это тело. Это кажется, что это так просто и так тривиально. Ну что, все просто, ну, выстроим какую-то философскую теорию, сами себе объясним, что это так. Но до того момента, что это не зайдет в сердце, что это не станет нашей частью нас, мы будем делить друг друга на мужчин и женщин, друзей и врагов. И таким образом будем, как говорит Чайтанья Чаранапрабху, жевать пережеванное. Ну вот, наверное, надо остановиться. Пришло время вопросов. Хари Кришна, если есть у кого-то вопросы. Что-то Кумар, наверное, пакет с вопросами принес. Спасибо большое за лекцию, за опыт. А я думал, вы из пакета будете вытаскивать вопросы. Там несъедобно. Несъедобно? Ладно. Вот интересный момент по комментарию, по тексту касательно того, чтобы видеть душу, да, но не видеть различия между мужскими и женскими телами. Не очень понятна как раз практическая сторона, потому что с одной стороны говорится о том, чтобы мы были воздержаны от общения с противоположным полом, с другой стороны, если мы достигаем уровня, когда мы не видим различия, то мы будем общаться со всеми на равных. Но даже Чайтанья Махапрабху, находясь на, ну, сам Бог, он, да, показывал этот пример, но он же этот пример не так, что он так думал, он это проживал. Он проживал, что мне нельзя общаться с противоположным полом, он сторонился. Что значит вот это видеть духовное единство, не видеть различия, как мы на практике можем это применять? В предыдущем стихе говорится о том, что мы должны вступать в разговор с женщиной только по какому-то важному делу. Вот если у нас есть важное дело, то мы можем подойти, поговорить, попросить, ну, типа, человека сделать гирлянду там, или нас могут попросить что-то принести. Это не так важно, что. Но мы не должны, тут очень конкретно пишется, что мы должны обращаться только по кому-то важному делу, а не ради чего-то еще в самом стихе. Но также мы не начинаем думать, что мы чем-то лучше кого-то другого. Мы относимся к тем, кто нас окружает, с большим уважением. Почему? Потому что в каждом находится Верховный Господь. Каждый частичка Верховного Господа, такая же, как и я. И поэтому на этом основании мы обращаемся к ним с большим уважением. Но также мы понимаем, что нас шастры на нашем уровне предупреждают. И не случайно Господь Гауранга Махапрабху, он показывал нам пример вот этого вот отношения. Хотя все эти законы, как мы знаем, не распространяются на Верховного Господа. Но тем не менее он показывал этот пример. И мы можем сказать, да, но вот Кришна, Вриндаване. Поэтому говорится, не ведите себя так, как ведет Верховный Господь, а ведите себя так, как ведут его преданные. Не знаю, ответил или нет. А тут еще вот в эту копилку, продолжая эту тему, а что если уже с определенными преданными, да, в том числе с Матаджи, есть какие-то, ну, уже сложились какие-то отношения, да, ну такие, как, да, подобно дружеским, да, которые, если начать следовать этому, это будет восприниматься как отдаление, грубо говоря, от человека. То есть он будет видеть, что ты с ними
меньше общаешься или на какие-то темы, на которые ты раньше с ним общался, не общаешься, не поддерживаешь, это будет как-то вот. Как вот перейти, как вот реализовать этот принцип в этом случае? В 9 стихе я тебя могу отрисовать, там уже в 9 стихе, о котором я говорил только что, говорится, что мы общаемся с Матаджи только по какому-то важному делу. То есть мы их не игнорируем, в смысле твоего вопроса. Мы проявляем к ним уважение. Если мы делаем совместное служение, это ну, абсолютно приемлемо. Да. Вот. Но мы не общаемся на какие-то темы, мы не обсуждаем книжки, какие-то, которые мы видосики, которые посмотрели. То есть, как бы, со временем, когда ты женишься, то, соответственно, у твоей семьи будут такие же друзья и такие же грехаски. Ты будешь к ним ходить в гости, будете общаться. Но речь идет здесь об общении один на один, если ты обратишь внимание. То есть описывается опасность вот этого общения, когда ты находишься с Матаджи один на один. И поэтому и в этом же контексте я привел пример Аджамилы. Вот. Ну, абсолютно ну, нормальная ситуация, что если ты в присутствии своей жены, когда она у тебя будет, вот, общаешься с какой-то другой семейной парой, в этом нет ничего плохого. Даже очень хорошо Шрила Прабхупада объяснял, что дхарма грихасхи – это приготовить много вкусного прасада, позвать друзей, попеть Хари Кришна, послушать истории про Верховного Господа. Не можешь делать один это. Что непонятно? Вопрос стоял, если уже так сложилось, что не успели дочитать до седьмой песни Бхагаватам, и есть, но уже прочитали. Уже есть дружеские отношения между противоположными полами. И вот один из них, к примеру, Прабу, он прочитал, пришел на лекцию Мадхуврат, и Прабу услышал, упс, так я совершал адхарму согласно Бхагаватам. Я общался наедине, обсуждал книжки, фильмы, гуляли мы, прогуливались, ходили в кафе. Ну, мы ничего не, у нас не, никаких отношений не было. Но, ну, имеется в виду там... Ну, рано или поздно этим закончится. Так как поступить, чтобы второй человек не обиделся и не подумал что-то плохое там, про меня? Прочитать вместе седьмой песнь Бхагаватам. А, то есть вот, ну, практическое предложение. То есть, а давай... Ну, реально взяли, прочитали и договорили, все, теперь мы с этого момента, точка, ну, теперь не, мы... Ну, это не совсем вот отношения, это не черное-белое, мы всегда пытаемся выстроить из этого математическую формулу. И, то есть... Прабхупада говорил, сознание Кришны – это научный процесс. Ну это не математика. Это научный процесс, но это не математика. Ну научный, значит, практичный очень должен. Что ну, ничего да. не смягчается. Если мы говорим серьезно о нашем отношении к, ну, к духовной жизни, то это будет иметь место. Да. И общество, и дружба, и любовь, вот эти ну, формула да. мира, так скажем, материального. Шрила Прабхупада смотрел к этому ну, очень так да, ну, строго. Просто у нас есть склонность все вкладывать в формулы. И здесь, когда мы вместе... прочитали, мы же уже общаемся. Что есть лучше, а как пообщаться про Шримад-Бхагаватам? К сожалению, как раз об этом это не происходит. Мы общаемся о чем угодно, но только не о Кришне. И поэтому как-то Буриджан Прабу, он как-то к нему приходят люди и хотят с ним пообщаться. И он говорит, о, классная идея, вот берет с полки Бхагаватам, говорит, давайте вместе почитаем. И люди говорят ему, Буриджан Прабу, вы знаете, у нас совсем нет времени. Поэтому лучший вариант прочитать вместе с Шримад Бхагаватам и попытаться вместе извлечь какие-то выводы из того, что здесь написано. Потому что рано или поздно, подождите, рано или поздно это все закончится тем, чем закончится. Я не... Это тоже вариант.
Это тоже вариант. Если уже есть отношения, то вот Шадакумар Пабу предлагает, что он сделает вам ягью, и все будет хорошо. Не знаю, ответил на твой вопрос или нет. Ну, я по этому вопросу. Нету дружбы между мужчиной и женщиной. Их просто нету. Есть семейные отношения, и даже если грехасха, он все равно не может дружить с другой женщиной. Их просто нет. Он может дружить с другой семейной парой. Он может дружить с Прабу, но с женщиной он дружить не может. Да, это тоже факт. Дружба – это определенный род отношений. Поэтому человек, если уже завязал отношения, он должен для себя решить. Или он вступает в грехасашрам, или он становится брамачари. И на основе этого уже действует. Это факт. Вариация грехометх и есть вариация грехаств. И вот Шрила Прабхупада, когда я говорил о грехастхах, он вкладывал в это понятие грехастха брамачари. Он это делал. Ну, то есть, да, да. И общение, оно все равно предполагало все-таки понимание, что мы не есть это тело. Раз она у нас, эта привязанность есть, мы должны это сделать цивильно, цивилизованным образом. Это на время, так скажем, лечения. То есть мы помогаем друг другу осознать как раз-таки эту истину. Мы не есть это тело. Да, то есть как бы... И также Шрила Прабхупада говорил очень известную фразу, которую никто не может понять. Все прабу нашего движения должны остаться брахмачари, а все мададжи должны выйти замуж. Поэтому в этом весь смысл. Шипов говорил, что это единственная сложность нашей философии понять это. Но очень важно понять, что ты не можешь реально развивать реальные живые отношения с матаджи не в рамках семейных отношений. Даже когда у тебя появится, когда у вас будут друзья, ты будешь общаться с Прабху, а твоя жена будет общаться с матаджи, а потом, когда вы будете сидеть за столом вкушать просад, вы будете это делать вместе. Но реально вот этих отношений должно быть, они были сведены к минимуму, только для служения. Шрила Прабхупада это конкретно пишет, и не случайно в Чапати это все так усложнено, потому что они понимают, насколько это опасно. И поэтому, если ты хочешь попросить какую-то матаджи там что-то сделать, ты должен найти какого-то семейного прабу, объяснить ему проблему, он попросит свою матаджи, и она пойдет, скажет, так это там работает. Не случайно, не для того, чтобы усложнить жизнь членов общины, потому что это очень опасно. Не случайно, та же история Джамилы, это довольно-таки большая история, которая есть в Бхагаватам. Почему она туда попала? Только потому, чтобы предупредить, ребята, осторожно, красными большими буквами, опасно. Это существует множество, и это может просто плохо закончиться. Это может закончиться тем, что ты прекратишь практиковать сознание Кришны. Потому что в тебя зайдут совершенно другие ценности. Почему? Потому что неконтролируемое общение между мужчиной и женщиной, Шрила Прабхупада говорит, это характерно для общества животных. Это не характерно для человеческого общества. Это не имеет никакого отношения к человеческой форме жизни. Если ты хочешь неконтролируемое общение между мужчиной и женщиной, я понимаю, что это жесткие слова, но тем не менее это Прабхупада. Прабхупада всегда говорил какие-то жесткие вещи. Вот. Это не имеет никакого отношения к человеческой форме жизни. Человек, он может ограничить себя, понимая с точки зрения разума, это для меня плохо. И поэтому я не буду это делать. То, что ты не знал и делал неправильно, это есть такая у юристов фраза, незнание закона не освобождает от ответственности. Тут то же самое. Ты не знал,
сейчас узнал. Один из способов найти решение – это вместе прочитать седьмой песнь Бхагавата, там не так много надо прочитать, и задуматься вместе. А, ну, мы же ведем себя неправильно, давайте подумаем, как правильно себя вести. Давайте подумать, как правильно вести себя в сознании Кришны. Ну, правильно сказал Тарун Кришна Прабху, что это реальной дружбы между мальчиками и девочками не бывает. Только в семье, в грехасхаше. Вот хочешь, вот это место. Я тебе честно скажу, у меня в Израиле есть друг, и я думаю, часто бываю у них в гостях. И, как правило, это, ну, мы планируем так, что он возвращается, и он, и они, и я прихожу, приезжаю к этому времени. Мы живем очень близко. Я, как правило, прихожу к ним на обед, ну, раз в какое-то время, короткое относительно. Они очень вкусно готовят, и они лучшие повара нашей ятры. Вот. Ну, или одни из лучших. Вот. И всегда, когда, как правило, происходит, он таксист, и он не всегда может рассчитать точно свое время приезда. Он мне иногда звонит: слушай, я не успеваю, давай приедь через 20 минут. Потому что совершенно понятно, что я не зайду в квартиру, если его там нету. Ну, так я буду ждать на улице. Как-то один раз было, он не открывает дверь, а он еще не пришел. Но я сказал: ну хорошо, я пока пойду погуляю. И это абсолютно нормально. Это не то, что я не уважаю их, я наоборот уважаю их. Это мое уважение проявляется в том, что я не захожу туда, когда мне не нужно туда заходить. Потом приедет он, и мы будем там долго, можем общаться и все. Но вот это надо понять, это не то, что ты дискриминируешь кого-то. Это не дискриминация. У нас просто в нашем материальном сознании это иногда укладывается, что ты делаешь что-то плохое, когда ты хочешь действовать в соответствии с указаниями священных писаний. Но надо просто включить разум и не сказать это жестко просто. Вот так, так и так, отрезал, все, упаковал и все. Надо вложить немножко разума и подумать, как это лучше донести до человека, чтобы он не обиделся. Но реально в этом это несложно. Это несложно, потому что все мы понимаем, что Шрила Прабхупада хочет нам добра, и поэтому он нам советует то, что советует. Если мы думаем, что это, ну, в первую очередь нам нужно понять это самим, потому что не можем донести ни до кого то, что мы сами не переварили. В этом отличается гьяна от вигьяны, что мы должны переварить. Ну, вот так. Можно небольшое дополнение? Конечно. По этому поводу. Я просто знаю, к сожалению, всего несколько семейных пар, которые строго придерживаются этому предписанию. И они сами делились со мной своим опытом. Им казалось, что поначалу это очень как-то проблематично и непрактично, да, для того, чтобы там Прабху подошел к какой-то матаджи, попросил ее сделать какое-то служение. Ему надо найти свою матаджи, там их свести. Ну, в общем, как бы такой обходной путь. И казалось, что это проблематично, непрактично, и это убивает время. Но их реализация заключается в том, что благодаря такому действию умы успокаиваются. Они очень успокоенные и защищенные получаются. И вначале вроде бы как обходной путь, и много времени тратится. Но по итогу все настолько такая атмосфера, и эффективность поднимается, потому что ум на своем месте. Потом просто в прояснениях, которые занимают часы, сутки там иногда, чтобы прояснить где-то, кто что подумал, кто что сказал, из-за беспокойного ума. И ум не может успокоиться, если он не следует шастре. И вот они получили этот опыт, делились просто со мной. Они сказали, что когда они строго начали следовать этому, просто в семье, во-первых, идиллия появилась. И, ну, очень практичные, ну, как, очень такие гармоничные отношения со всеми окружающими были. Это вот именно прям реализация преданных грехас, которые следуют. Ну,
Это, на самом деле это в какой-то степени удобнее, потому что когда тебе, ну вот я тоже стараюсь так же делать у нас, когда это, у нас это получается, то я звоню ну, мужу этой матери и прошу, чтобы он попросил, чтобы она там, там не знаю, печеньки на, приготовила на Харинаму там, или что-то, что-то сделала. Он говорит, да, хорошо, он говорит, сейчас все выясню, перезвоню. То есть я коротко поговорил, а уже все остальное он сам договаривает. Это удобно в какой-то степени, просто надо, в этом есть определенные плюсы. То есть, ну и также вот то, что сказал Садхгуру Прабху, это тоже очень важно. То есть этим предотвращаются какие-то ну, непонимания. Просто наша культура, в которой мы выросли, она другая, она культура распущенности. И когда мы попадаем в другую культуру, то нам не всегда с ней просто. Когда мы к ней привыкнем, то все будет намного проще. То есть проблема на самом деле не в том, что это сложно, а проблема в той формуле, которая в нас заложена с рождения. Мы с детства видели, как общаются вокруг нас люди, мы думаем, что это нормально. Но мы никогда не видели примера обратного. То есть мы не прикладывали усилий, чтобы его увидеть, потому что его относительно немного. Киношек насмотрелись, вот еще Кумар рассказывает. Поэтому как бы... Но реально жизнь, она будет проще из-за этого. Потому что когда ты делаешься... Что такое этикет? Этикет – это тот образ жизни, в котором живут живые существа в духовном мире. Просто он прописан в качестве должностной конструкции, чтобы было понятно нашему математическому уму с формулами. Вот это можно, а это нельзя. Со временем это становится нашей сущностью. Наверное, надо заканчивать. Я прошу прощения, может, мой вопрос уже был отвечен, я просто параллельно еще что-то делаю, слушаю, поэтому иногда интернета нет, иногда невнимательно слышу. Вы в лекции упоминали о том, что как бы немножко осудили тот момент, когда к человеку приходят, когда у него есть деньги, он покупает дорогой автомобиль и как бы говорит, ну, буду возить духовного учителя, а когда он там приезжает? Ну, раз в году, да. Да, в лучшем случае. И как быть вот такому преданному или человеку, который вроде бы хочет служить Кришне, а вот ему приходит вот такое вот, и по его складу ума, по его карме, он не может не купить дорогой автомобиль и жить в роскоши. Как ему это все занять в служении Кришне? Смотрите, все очень просто. Во-первых, нужно быть честным самим собой. Если я покупаю машину для того, чтобы наслаждать свои чувства, надо признаться самому себе, что я это покупаю для себя. Это первая часть, потому что зачем обманывать самого себя? Но если я хочу машину, мне нужна машина, чтобы раз в год возить духовного учителя, можно относительно недорого ее арендовать, абсолютно новый автомобиль и покатать духовного учителя. Ну, то есть, если практически подходить. Второе, одно дело, что нам по карме приходит что-то без того, что мы прикладываем каких-то усилий. Вот, допустим, образ жизни мой и образ жизни Амбариша Прабху, который, то есть, аскетизм, он для Амбариша Прабху один, он член семьи Форда, а для меня оно совершенно другое. И в Нектаре наставления говорится, что для духовной жизни неблагоприятно прикладывать какие-то особые усилия для достижения труднодостижимых материальных целей. Да. Если нам приходит это в рамках того, что я работаю 8 часов в день, 5 раз в неделю, и я могу просто без каких-то особых усилий купить новый Мерседес, ну, это по карме мне пришло. Надо понять, как это занять сознание Кришны. Но, как правило, это не происходит так. Как правило, мы прикладываем очень большие усилия для того, чтобы заработать денег на этот Мерседес. И Нектар наставления нас от этого предостерегает.
То есть надо в первую очередь надо быть искренним с самой собой. Не пытаться объяснить, что я для себя покупаю что-то, что и говорить, и приковыраться духовным учителем. То есть не надо пытаться уйти от сознания Кришны при помощи сознания Кришны. Это понятно. То есть человек уже признается, да, я себе покупаю, но поскольку живое существо не обладает отрешенностью, таким качеством, живя особенно ну, как бы в достатке в большом, ему отречение это будет недоступно, оно будет ему доступно только тогда, когда он займет то, что у него есть, служение Кришне. Как ему к этому прийти? Очень просто. К нему пришла машина новая. Он начинает думать, как мне занять преданным служение. Он подходит к Ишоду Кумару и говорит, Ишоду Кумар, вот у меня есть машина, как я могу послужить вам? Ишоду Кумар говорит, ты знаешь, у нас понедельник, среда, пятница, харинама, и нам не на чем ездить. Если ты можешь, приезжай сюда и отвози преданных. Или какие-то другие какие-то вещи, которые, ну, какие-то нужды, да, есть, или там, не знаю, что-то. Нужно отвезти Ишоду Кумара на программу какую-то, Сулочный Прабху. Они там проведут замечательную программу. Можно найти, как использовать, но не надо пытаться, ну, выдавать вещи не за то, чем они на самом деле являются. То есть не надо пытаться быть святее Папы Римского. Да, то есть, знаешь, если я понимаю, что у меня на счете есть 100 тысяч долларов, и я очень хочу этот Мерседес, ну, пошел купил. Такова карма. Опять же, надо это все нужно рассматривать в контексте конкретной ситуации, конкретной личности, желательно с наставником, чтобы он знающим вашу ситуацию, потому что, как правило, сами мы не видим вещи такими, как они есть. Мы видим их так, как мы хотим их видеть. И поэтому нам сложно оценить наши будущие поступки. И если это есть такая возможность, всегда очень полезно посоветоваться с более опытными вайшнавами, как это вообще происходит, и ну, посмотреть. То есть не нужно быть более отреченным, чем мы можем быть на самом деле в данный момент. Ну, может быть, чуть-чуть. Ну, то есть, все приходит в каком-то, через какое-то время, в свое время все придет. То есть, если я имею какие-то ресурсы, я хочу занять их в сознании Кришны, это абсолютно нормальная вещь, нужно посоветоваться и понять, куда и как их направить. И все можно занять в сознании Кришны. То есть, никакой проблемы нет в занятии новой роскошная машина в сознании Кришны, большой, красивой квартиры в сознании Кришны и так далее. Нет предела всему этому. То есть нужно просто, единственная вещь, нужно быть искренним самим собой. Нужно попытаться увидеть ситуацию, как она есть, при помощи кого-то другого, потому что без помощи, ну, очень сложно. То есть нужно иметь очень высокий духовный уровень, чтобы самому увидеть. И поэтому на любом духовном уровне, на самом деле, нужна какая-то помощь поводыря, который подскажет, а вот, ну, может быть, лучше так. Не знаю, ответил, нет? Заканчиваем. Гарантараши Мадбхагаватам ки, Шрила Прабхупада ки.